Всем привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале, на канале Дневник Журналиста. Хотел бы с вами поделиться свежим выпуском. Значит, экс-министр здравоохранения Омской области Ерофеев найден мертвым. Экс-глава Минздрава Омской области Юрий Ерофеев найден мертвым в Чарлакском регионе. Погибшему было 56 лет. О пропаже экс-чиновника заявила 17 февраля супруга, обеспокоенная его долгим отсутствием. В тот же день были начаты его поиски. По предварительным данным, трагедия произошла, когда мужчина катался на снегоходе. Издание «Супер Омск» со ссылкой на УМВД по Омской области сообщает, что погибший не справился с управлением и опрокинул снегоход на себя. От полученных увечий он скончался на месте. Юрий Ерофеев занимал пост министра здравоохранения региона с 2008 года на протяжении 4 лет. В 2017 году он стал главным врачом в ЦРБ в селе Большие Уки. Такая вот новость, друзья. Друзья, напишите в комментариях, может кто-то что-то слышал, может есть какие-то другие версии по этому поводу. Комментарии мы всегда читаем и поэтому будем отвечать. Ну, на этом мы прощаемся с вами. До скорой встречи, друзья. До новых выпусков. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши выпуски. Ну, всем пока!